Готовится. Ну что, уважаемые зрители видеоканала «Планет Дзюдо», мы вновь в эфире, точнее, мы в эфире давно, а комментировать мы вернулись. И я вернулся комментировать утешительные поединки вместе с тренером с Дзюшор 25, правильно? Или... называется Шор Север уже. Вот. Дмитрий Гвоздков, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, вы динамовец, Дмитрий? Ну да, частичка моего, так сказать, сердца была дана Динамо. Ну вот у вас какие самые теплые воспоминания о том девятом подъезде Динамо? Самые теплые, потому что этот... как вы сказали, подъезд номер 9, знаменитый. Он действительно открыл двери, ну, так, во взрослый спорт, можно сказать. Вот. И я там имел счастье познакомиться с дзюдоистами самого высокого уровня, которые стали потом победителями чемпионатов Европы, вот, призер чемпионата тогда еще СССР. А вот, благодаря, наверное, то, что тренировался с ними в одном зале, это мне дало большой опыт, колоссальный опыт, который мне пригодился как и в спорте, так и в тренерской работе. Сегодня уже, к сожалению, мы можем только вспоминать о девятом подъезде, вот, с теплотой. Вот, но все же мы сейчас присутствуем с вами на празднике спорта. И праздник спорта приурочен к столетию основания спортивного общества «Динамо». Чем вас и поздравляю. Поздравляю всех тех, кто был в девятом подъезде, был в спортивном обществе «Динамо» не только в Москве, но и вообще везде. Ну что, давайте мы с вами немножко покомментируем утешительные поединки. И ну, на ваш профессиональный взгляд тренера с многолетним опытом, что можете сказать вообще по качеству борьбы вот, юношей до 15 лет и сейчас вот уже кадетов, да, которые старше до 18 лет? Как уровень подготовки вот, ребят? Здесь же 18 регионов представлены. Ну, если рассматривать, мы начнем с юношей до 15 лет, правильно? Да. На самом деле я был так приятно удивлен вот, уровнем подготовки многих таких спортсменов и в весовых категориях, что у девушек, что у юношей. Действительно была такая борьба, и борьба была с накалом, и было видно, что спортсмены подготовлены как и технически очень так неплохо. Вот, даже есть, я отметил, такие спортсмены, которые боролись и тактически. Было видно, что они обучены тактически и четко держались в своей тактике, и это им приносило успех. На самом деле было очень много красивых бросков, и много было интересных переходов и стойких партер, и схватки тоже заканчивались победами. Вот. Меня очень, так скажем, порадовал уровень и то, что мои спортсмены приняли участие в этом турнире и завоевали также на пьедестале, оказались. Вот. Но мастерство растет только в конкуренции. Поэтому я еще раз подчеркиваю, очень рад, что нас пригласили на такой турнир, где был хороший уровень подготовки. Вот. Мы в нем не потерялись, скажем так. Что касается до 18 лет, здесь уже, да, здесь уже немножко разница. И накал еще выше, и скорости выше, и силенки выше. Я тоже могу отметить, что здесь есть ребята хорошо подготовленные и разные школы подготовки. Вот, тем интереснее наблюдать за схватками. Ну вот здесь представлена, вот я сейчас возьму информацию о регионах. Здесь есть Центральный федеральный округ, Южный, Приволжский, Москва, Санкт-Петербург. Также есть и Донецкая, и Луганская народные республики. На ваш взгляд, ну вот,
так, может быть, не... Ну, опять, ваше мнение. Кто больше доминирует, как бы... Ну, я бы какой-то отдельный регион не выделял бы в целом, потому что в каждом регионе есть 1-2 спортсмена, которые, да, они ярко себя проявляют, то ли, ну, весовой категории, но я бы отметил буквально все бы, наверное, регионы. Еще раз говорю, встречаешь многие школы, а вот, и ребята есть очень хорошо подготовлены, своя техника, видно, что у кого-то техника больше направлена, допустим, работая ногами, именно подсечки, подножки, зацепы, у кого-то на корпусную борьбу, кто-то именно борется за счет тактики. Вот. Поэтому здесь я бы какой-то отдельный регион не стал бы выделять. Наверное, в каждом регионе, если так посмотреть, есть очень хорошие ребята. Очень хорошие, как ребята, так и девушки. Причем у девушек, с моей точки зрения, так если можно выразиться, искр побольше я даже вижу. Вот. Такие схваточки, такие, как говорится, от ножа. Вот. Но это лично мое такое наблюдение. Как обстоят дела мне внебезызвестной в прошлом и, в принципе, ну, имеющей свою историю спортивной школе с Дюшор 25, раньше она называлась, да? Сейчас она называется Шор-Север. Вот, вы уже старожилы этой спортшколы. Если мне не изменяет память, с 91-го года. Сначала как спортсмен, потом как тренер. Да. Как обстоят дела, перспективы, есть ли талантливые ребята, появляются ли молодое поколение, обновляется ли тренерский коллектив? Естественно, есть и преемственность поколений, есть и интересные молодые ребята, и приходят на тренировки ветераны, передают свой опыт, так как и на ковре, так же и в тактическом плане. Вот, у нас буквально вот недавно две спортсменки выпали норматив мастера спорта. Вот, у нас есть призеры прошедших первенства России до 18 лет, до 21 года, призерки страны. Поэтому, слава богу, у нас так, как бы, уровень держим. Ну, есть и призеры, и победители первенства и чемпионатов города Москвы. И до 18 лет, и до 21 года, и до 23 лет, и на чемпионате. То есть, как бы, преемственность поколения у нас. Слава богу, пока все... Как бы стараемся держаться на уровне и не опускаться ниже определенного уровня, а наоборот стремиться вверх как можно больше, завоевывать медали на турнирах самого высокого уровня. Дмитрий, дзюдо это тяжело или легко? Ну, наверное, отвечу так, чтобы было легко, надо много пройти трудностей. Чтобы было сначала какое-то время тяжело, потом, когда ты одерживаешь победу, тогда становится легко. Ну, а так это труд, конечно. Труд, труд, каждодневный труд, тренировки. Чтобы побеждать на татами, надо много-много, очень, очень много трудиться, вот, и жить этим. Поэтому я бы, наверное... Вот так ответил. Ты испытал легкость и радость на пьедестале. Надо очень много поработать. Приближается 2024 год. Этот год будет юбилейным для дзюдо. Ну, с точки зрения того, что дзюдо будет отмечать 60-летие, как дзюдо стало олимпийским видом спорта. В 1964 году впервые дзюдо появилось на Олимпийских играх в Токио. Ну и плюс год такой праздничный для дзюдо, потому что Олимпийские игры в Париже будут. Ну и плюс... Страна дзюдо, скажем так, Париж. Франция, да? Да, да. Ну и Париж так, такой, да. Франция и Париж, сам город, так сказать, колыбель мирового дзюдо, может так сказать, потому что именно оттуда пошла Международная федерация дзюдо и так далее и тому подобное. Ну и плюс приближение 2024 года. Что бы вы могли пожелать всему мировому сообществу дзюдоистов? Ну, прежде всего,
всем спортсменам, тренерам, прежде всего, здоровья, тренерам терпения в их нелегком труде. Кто работает тренером, знает, о чем разговор. А спортсменам без травм и стремиться к победам на самом высоком уровне, добиваться этих побед. У кого, если не получается сейчас, терпение, все равно не опускать руки, а идти, стремиться идти завоевывать медали. На каждом турнире стараться выйти, зайти на пьедестал. Но самое главное, подчеркну, чтобы без травм. У меня вот такое пожелание спортсменам. Дмитрий, спасибо большое за беседу. Ну и в заключение давайте мы, я попрошу вас вот прокомментировать хотя бы вот этот вот утешительный поединок. Это весовая категория до 60 килограммов. И вот, ну, вот давайте по ходу. Фамилия вот в синем кимоно Сироджев. Он Сироджев, сейчас я вам скажу. Сироджев, Тверская область, а в белом кимоно, вот мне надо сейчас уточнить у секретаря, ну вот давайте вы пока начните, что вы видите, что можете сказать. Еще раз добрый вечер. Весовая категория 60 килограмм. Как правило, конкуренция в этой весовой категории очень высокая, очень высокая. Вот, мы видим, вот великолепный бросок через спину с колен, оценит судья на вазаре, но это второй вазаре, и по правилам дзюдо два вазаре приравниваются к чистой победе. Спортсмен в синем кимоно по утешительной сетке выходит дальше. Сейчас, насколько я понимаю, утешительная схватка тоже очень интересная. Борец Яковлев в синем кимоно очень интересный, левша. Против него Климов представляет Тульскую область. Тульская школа тоже славится сильными спортсменами. Вы видите, спортсмен в белом кимоно достаточно высокий, имеет некое преимущество в рычагах, так назовем. Но посмотрим. Посмотрим, как Яковлев будет. Видите, сразу уверенно берет захват, но тут же проигрывает спину. Интересное движение. Неоцененное. Вообще, вот этот, мы говорили с вами о вот этих... Мы говорили о вот тактике, да, ведения поединка и вот таких вот вариантах перехода резкого, да, стойка партер, комбинация. Да, вот, вот мы видим, что, в принципе, Климов так владеет этой техникой, но и чем выше уровень мастерства, тем, наверное, больше должны применять это, эти переходы. Естественно, это, я считаю, недопустимо. Если у тебя есть преимущество в рычагах, а ты это не используешь. Он сейчас, я считаю, очень грамотно в партере использовал свои ноги, пытался сделать санкаку. Ну, я еще раз говорю, Яковлев достаточно опытный спортсмен. Сразу берет левую сторону, но при этом проигрывает спину. Но опять проигрывает из-за рычагов борца, представляющего Тульский регион. Ну да, Тульская школа, в принципе, достаточно известна еще со времен Советского Союза. Да, да, там... И много специалистов там. Да, да, есть. Да. Наш с вами тренер общий, он как раз... Юрасов Владимир Александрович как раз представлял Тульскую школу самбо. Да. Потом... Было время, много раз там бывали. Да, участвовали в соревнованиях. Ну и сейчас прошел первенство России, прошел 21 года, как раз в Тульской области. В городе Тула. Ну вот как вы думаете, вот смотрите, есть многообразие приемов дзюдо, да, стойки? Стоит, ну вот, хороший прием, сейчас, хорошо, да. Поймал на дышащий. Все. Вот, да. Что значит опыт и... Это владение арсеналом приемов, да? Да. То есть наработано в тренировке. Да, такой вот дали шанс, маленький был один шанс у него, он его использовал. Так говорит,
определенном уровне Яковлева, и он будет бороться за то, чтобы выйти, бороться за бронзовую медаль, да? Да. Ну, кстати, следующая схватка с Сироджевым, Сироджев-Яковлев, утешение, ну, представляется мне достаточно интересной, то, чтобы борца такие быстрые, резкие, примерно по габаритам они одинаковые. Вот. Но будет очень интересная схватка за ней. Будет я вот хотел задать вопрос, необходимо ли вот подбирать, ну, знаете, антропометрические данные спортсмена. Вот сейчас был спортсмен очень высокий, да, длинные руки, ноги. Вот иногда бывают некоторые спортсмены очень высокие, а пытаются выполнять очень низкие техники, да, там, ну, а не выполнять высокие. Вот тренер, все-таки вот исходя из антропометрических данных, необходимо ли выбирать... Ну, я думаю, приемы, которые подойдут под те данные или не подойдут. Ну, я думаю, в этом есть целесообразность. Естественно, высокому парню, ну, тяжело сложиться, там, допустим, тоже спину с колен. Вот, у него у высоких ребят, как правило, центр тяжести высокий, да. Вот. Но, еще раз говорю, преимущество в рычагах. Это, как правило, техника ногами. То есть, ну, там, подсечки, подножки, зацепы, подхват. Вот. Поэтому... Но, подчеркиваю, здесь, конечно, играет роль, кто кого опередит, выиграть захват у кого, кто кого опередит. Поэтому, ну, заведомо кому-то победу высокому или низкому, конечно, отдавать преждевременно. Кто грамотно использует свои сильные стороны, при этом сделав своего соперника, скажем так, слабым за счет захвата, за счет передвижения, условно слабым, конечно, вот, тот и побеждает, как правило. Ну вот сейчас у нас полуфинальный поединок первый. Паничев, Егор, Санкт-Петербург. И Мареев. Мареев у нас тоже представитель Санкт-Петербурга, Егор. Оба Егора, Паничев и Мареев, и оба Санкт-Петербург. И вот, кстати, в этой весовой категории три спортсмена в полуфинале из Санкт-Петербурга. Ну, Санкт-Петербург школа очень сильная. Сейчас они очень сильные. Это доказывает результаты на всероссийских соревнованиях, на первенствах России, на чемпионате страны. То есть спортсмены Санкт-Петербурга, они, как скажем, всегда на виду. Я так думаю, что эти спортсмены, они достаточно друг друга хорошо знают. Поэтому здесь будет такая борьба, кто перетерпит и играет своего конкурента, соперника. Ну вот, на ваш взгляд, кому бы вы дали предпочтение вот сейчас, так, просто визуально? Ну, мне кажется, синим кимоно, ну, как бы более целостно смотрится. Хотя, я еще раз говорю, могу ошибаться. Но это мое мнение такое. Нет, нет, мы же говорим, да, о не объективном, а субъективном вашем мнении. Понятно, что его очень... тяжело. Победу одержал Бровкин. Давайте мы досмотрим сейчас вот этот вот финальный, полуфинальный поединок и подведем некий итог нашей беседы. И, ну, вот, вот проиграл атаку. Вот видите, как я... Ну, вот здесь вот, своевременно. Своевременно. Да, своевременно, оп, да. И удушающе. Смотрите, сразу тут, такой, да, переход, да? То есть не то, о чем мы говорили. Но это все дорабатывается в тренировочном процессе, ну, же. Безусловно, безусловно. В тренировочном процессе сначала это на обычной отработке, потом это тренировочные схватки, потом уже в соревновательной схватке, которые приносят победу спортсменам в том или ином соревновании, в той или иной схватке. Победу одержал Курганов. Дмитрий, благодарю вас за беседу. Да, большое спасибо. Пойдем дальше комментировать, а вы наблюдать за своими спортсменами. И желаю вам еще раз всего самого большое наилучшего. Спасибо, большое спасибо.